Приветствую, искатели приключений. Добро пожаловать. Спасибо, что собрались в такие смутные времена. Ах, где мои манеры? Пожалуйста, представьтесь. Ева? Мое имя Эвандра. Мы можем делать все, что вам нужно. Конечно, если у вас достаточно монет. У меня достаточно монет для хорошего рабочего дня. Ваше здоровье. А потом я осушила всю кружку. Кидай спас-бросок выносливости. Ты пьяна? Девка, принеси мне еще! Кто следующий? Антонио? Трудно поверить, что вы не слышали об Андре Великом. Я с дальних краев, сторонник измен. Весь мир говорит про мой большой член. Стоп. Мне нужна проверка исполнения. Все хорошо, бросаю я кость. Люди не поймут, что это 4. Я никогда не был в... Пожалуйста, хватит играть. Да, я слышал это далеко. Да, да, мы поняли. Но, ну, не так далеко, о, чтобы далеко. Еще не закончил. Отлично, прекрасно. И все же я не хочу отправляться туда, куда не хочу идти. Пожалуйста, прекрати петь. Ох, он это продолжает делать. Отлично. Двигаемся дальше. Николь? Николь? Привет, я Никси. Что-нибудь еще? Я люблю поджигать всякое. Прости, что? Я люблю придавать вещи огню. Моя жена и ребенок погибли в огне. Ау, мне так жаль. Я ценю это. Как они умерли? Это было похоже на огненные ладони, палящий луч, адское возмездие, огненный шар, огненный снаряд, стена огня. На самом деле это была огненная буря. Обожаю это заклинание. Наверное, это выглядело потрясающе. Совсем нет. Это было бум и бум. И потом дети, они такие: «О нет, папочка, почему ты оставил нас? Мы таем, мы умираем». И потом твоя жена такая: «Любовь моя, ты бросил меня. Почему я так любила тебя всю свою жизнь? Ты никогда не найдешь другую, которую полюбишь так же сильно, как и меня». И тогда они все такие... Большой урон. Может, мы это потушим? Мне кажется, уже слишком поздно. Крыша таверны рушится, поймав всех в ловушку без надежды на спасение, в которой мы все медленно задыхаемся, пока огонь превращает нашу кожу в пепел. Спасибо всем, что пришли. Увидимся на следующей неделе для новой кампании. Как всегда. Ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите по ссылкам в описании, там есть ссылки на всех, кто озвучивал. И также там есть ссылка на донат, если хотите поддержать материально. Все деньги пойдут куда-нибудь в оборудование. В общем, спасибо за просмотр. Пока!